диагностика стартера на автомобиле при помощи МС-016. Запускай. Глуши. Так, что мы тут видим? Ток у тебя 150 ампер. Кстати говоря, у тебя нет такой большой переменной составляющей. Наружная карта. Да, у тебя гораздо лучше. И ровнее. И нет просадок таких. У тебя система работает, запуска гораздо лучше и эффективнее. И стартер лучше, и провода лучше, и все лучше. А как уменьшить? А, увеличить. Единственное, что запускалось у тебя он очень долго. В отличие от той машины. Смотри, это миллисекунды сейчас. То есть это четверть секунды, полсекунды. Угу. И вот дальше можешь сюда листать. Сюда влево-вправо. Запускайся на несколько секунд. Что не есть на руку. То есть ты сейчас по 100 миллисекунд клацаешь. И вот только здесь у тебя она запустилась. Так, синяя это у нас было ампер, 150 ампер. Это максималочка у тебя была. Максималочка. Но у тебя нет переменной составляющей, значит стартер у тебя отлично в состоянии. Белая это у нас на втягивающем было 11. Тут главное, что у тебя аккумулятор не просаживается. Ну да. А по вот этим цифрам это получается... Ну а это что, максимальное потребление стартера, а потом начал заряжаться только 5,4 ампера. 5,4 ампера, 11,4 это то, что у нас было на косе. Смотри, это экстремумы. Лучше смотреть на графиках, чтобы было понятнее. Самый большой пиковый ток в начале. И смотреть просадку нужно тоже в начале. Потому что потом она уже не так сильно видна. Давай еще раз запишем, запустим. Сейчас надо запустить быстро. Так интересно. Вот, просела у тебя с 12 вольт где-то до 9 батарея. Ну, как бы ничего страшного, но до 9 вольт нормально, при 150 амперов. Так, белая, это у нас... Это клемма 50. 50. А что она тут у нас скакнула? А потому что индуктивный выброс. Так, давай сначала. Давай. Давай еще раз запишем. Да, запускай еще раз. Так, я пойду генератор.